Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. На этой неделе мы рассказываем про пробку. И сегодня мы поговорим о том, как укладывать и эксплуатировать пробковый пол. Неважно, какой тип покрытия вы избрали, клеющийся или плавающий, перед укладкой пола нужно подготовить ровную поверхность. Так как пробка укладывается на бетон, помните, что стяжка должна высохнуть, а иногда на это уходит 2-3 недели. Клеющийся пол требует более щепетильного отношения. Плитку нужно укладывать ровно, аккуратно, не оставляя зазора. Не забудьте оставить небольшой просвет по периметру стен, примерно 5 мм. Это нужно для температурного расширения плиток. Также рекомендуется оставить материал в помещении на сутки до укладки, для того, чтобы он выпрямился и принял нужную температуру. Пробковый пол не требует особенного ухода. Достаточно пропылесосить покрытие или протереть хорошо отжатой мокрой тряпкой. Можно использовать нейтральное моющее средство без абразивов. На ножки мебели лучше надеть фетровые накладки. Это позволит избежать царапин. Оказавшись перед выбором клеющийся или плавающий пробковый пол, лучше выбрать плавающий вариант, так как покрытие хоть и стоит дороже, укладывается проще и быстрее.